Друзья, всем привет! Меня зовут Таня, я из Краснодара. Хотела бы поделиться с вами опытом, который я никогда не забуду. Мы с мужем были на ретрите у Светы Лавровой. Вот, и вчера только приехали, и до сих пор находимся в таком чистом сознании. Нам очень понравилось, и ехали туда, ну как, с запросом своих каких-то душевных терзаний. Долгое время тоже не могли выйти в чистые дни, вот что-то мешало. Даже больше психика, наверное. Вот. И сначала мы были у Светочки на ее марафонах, на 21-дневном, потом 40-дневном. И мы уже были в этом потоке, уже проработки себя. И все-таки, да, когда мы попали к Свете, это вообще ни с чем не сравнится, потому что все практики, которые мы там проходили, все это в ее поле. Мы сразу, ну, как бы все с ребятами зашли на чистые дни. Опять-таки, ну, кто сколько вот мог. Я на 4 дня, хотя до этого у меня опыт был, ну, там, 2 раза на 3 дня, и то со скрипом. А здесь, в принципе, с легкостью я зашла. И, ну, не было мысли вообще никаких там, что надо что-то там есть или пить. Зашли и все, проживали каждый день. Утром у нас йога была. Потом со Светочкой мы разбирали, у кого что. Нейрографикой занимались, тоже очень ценно. Очень понравилось нам практики с Ириной. Замечательная девочка. Мы играли в психологические игры. Там малая игра и большая игра была. Вот малая, это вот нас, да, 3 человека было. И вот кто из участников там был, да, все какие-то там страхи, еще что-то. То есть это все касалось каждого. То есть про каждого говорят, я сижу записываю, потому что это и меня касается. И такая проработка мощная идет. Ира очень глубоко каждого погружала, вот прям, ну, разбирала все блоки, программы какие-то, не знаю, мы все записывали. Вот. Ну, классно, очень классно, нам понравилось. То есть какие-то цели, которые вот, да, у нас где-то в глубине души сидят, и мы боимся их там реализовать. Здесь как бы все распаковалось. Очень мощная практика была на гвоздях. Я и не ожидала, что такое возможно, потому что сначала мне хотелось с них сойти, но потом какой-то внутренний вот этот поток, Ира как проводник, она вот эти все энергии поднимала, и чувствовалась вот эта сила, мощь. Потом вообще про свои ноги забываешь. И вот все, полился вот этот поток какой-то энергии. Освобождение, вот именно освобождение. Все будто растворилось, и уже потом танцуешь на этих гвоздях с удовольствием. Ну, Ирочке большое спасибо, не знаю, это волшебно, ребята. Вот советую, рекомендую, потому что то, что мы испытали, это, ну, ни с чем не сравнится на самом деле. Потом была практика, мы погружались в клеточки. Был у нас там шаман, тоже большое спасибо Дмитрию, с бубнами, они со Светой в эти бубны играли, погружали нас. Кто куда погрузился, кто в прошлой жизни, в общем, какой-то, не знаю, я не знаю, как это назвать, у меня просто никогда такого опыта не было. Эти бубны,
Я мужу говорю, я хочу бубен себе обязательно, чтобы дома там погружаться. В общем, когда практика закончилась, и я не знаю, где я была, но потом все, такая чистота, спокойствие, будто все, что было в прошлом, которого не существует, да, как пишется в многих книгах, будто оно все растворилось, как мыльный пузырь. Вот. Ну, в восторге. Каждый день очень насыщенный. И сам ретрит-центр классный. С ребятами познакомились. То есть новые друзья. Ну, так классно. Вот просто, кроме радости и любви какой-то, ну, не знаю. Потом, ну, напоследок мы уже выходили, кто выходил, кто нет, мы пошли в баню. И у меня тоже были свои представления, там, вот, там, сухие дни, там, в баню лучше не идти, там, на выходе. Ну, как-то вот свои убеждения какие-то были. В общем, были мы в бане, и потом в холодной воде, и выходили на полыни. Полынь вообще чудодейственная трава, я уже, ну, свой вот четвертый день я мечтала о полыни, и с удовольствием ее пила, для меня это был самый лучший напиток. Вот. Ну классно, ребят, вот честно. Вот каждый человек, вот мастера, они, ну, настолько такая семейная обстановка, да, Света очень многое вот рассказала, что еще, наверное, будет распаковываться не один день. И мы ехали домой, и я словила себя на мысли, что у меня в голове чисто. То есть у меня нету вот этих мыслей. Я просто еду, я просто здесь. И приехали домой тоже, такое спокойствие внутри. Вот честно. Такая легкость, вот именно легкость. Будто вот, да, вот что-то ушло, все. Жизнь не будет прежней, а только вперед и вперед. Многие осознания пришли. И, ну, это, не знаю, ребят, вот честно, советую, вот, если есть такая возможность, обязательно едьте на ретрит вживую, с погружением, просто вот в этой атмосфере побыть, зарядиться, изменить себя, прийти к себе. Вот кто, да, кто в каком-то вот болотце находится, ну вот я была в болотце долгое время, кто хочет выйти из этого болотца и просто вот к Светочке в живой контакт, и вы будете самыми счастливыми, радостными. Вы уже счастливы и радостны, просто еще, наверное, ну, как я, да, не осознаете этого. И я тоже не осознавала этого, насколько мы изобильны, безграничны и уникальны. И не то, что это слова, просто начинаешь чувствовать это. Чувствовать свою мощь, свою силу, откуда ты. Вот, ребят. С любовью и с благодарностью каждому хочется сказать, да, ребята, развивайтесь, да, и приезжайте. Новые друзья, единомышленники. Ну, это классно на самом деле. Все. Всего доброго вам. На пути к самоисцелению, развитию, изобилию. До свидания.